Всем приветик! Я сейчас буду готовить витаминный коктейль. Блендер же есть, надо испробовать. Значит, у меня есть замороженная ягода малина и черная смородина. Я немного ее разморозила, она у меня полежала в тепле. И два банана. И будем все это делать. Закидываю бананы, я уже разрезала. Кожурку от бананов не выбрасывайте, это пойдет как удобрение к цветам. Заодно говорю. Я сюда добавлю, наверное, ложечку сахара. Почему? Потому что все-таки черная смородина, она такая кислинка. В ней столько витаминов. Так, ну, две ложки. Вот так. Это я все делаю на глаз, на вкус. И малины также. Две ложечки. Может быть, можно больше, меньше. Немножко ягоду измельчу. Так, и теперь добавляю молоко холодненькое. Еще измельчу. Полный мерный стаканчик мы зальем. Так. И все еще мельчим. Вот смотрите, буквально 2 минуточки я взбила. Вот такая получилась красота по цвету. Затем берем стаканы и все это выливаем сюда. Вот так. Ой, какая прелесть. Сейчас будем пробовать. Можно украсить долечкой банана. Вот так. Красота получается. Сейчас я попробую эту вкуснотень. Это просто ой, сказка. Я буду каждый день, наверное, такие коктейли делать. Обалдеть. Витаминный коктейль. Если есть любая ягода у вас замороженная, перемешивайте с молоком, добавляйте бананы или еще что-то, любые фрукты. Это просто витаминная полезность. Все. Всем добра. И пока-пока, а я пойду пить коктейль.